Здравствуйте, с вами Школа Креатива, художник-преподаватель Нерсес Серетян. Сегодня пишем летний букет. У нас холст 30 на 40 я взял, подходящий холст 30 на 40 здесь. Я подготовил кисточки, один мастихин. Кисточки широкая, 1,5-2 сантиметровая, сантиметровая и тонкая. Все щетина, у меня щетина, кисточки щетины. Можно еще одну тонкую для веточек, да? Для веточек, вот такую синтетику можно еще для веточек. У меня масляные краски, но вы можете взять акрил и гуашь тоже. Акрил, гуашь тоже используется. У меня масляные краски и разбавитель льняное масло. Можно параллельно пополам с пиненом и разбавителем. Да? Можно просто масло, льняное масло. Белила титановая, охра, охра желтая или охра светлая, кадмий желтый светлый, кадмий желтый средний. Капельку оранжевого тут, краплак красный темный, индиго и умбраженая. Ну, наоборот, можно вот так я положил, индиго, умбраженая. С другой стороны у нас кобальт фиолетовый светлый, с белилами она раскрывается вот такой цвет, смотрите. Далее идет голубая ФЦ с белилами, вот такой цвет получается. И ультрамарин, другой синий цвет. И зеленая виридоновая. Белилами я смешиваю, белила показывает какие оттенки. Вот такие цвета. Для начала я беру тонкую щетину, вот такую кругленькую. Будем сейчас делить холст пополам и будем рисовать наш букет. Где находится ваза, линия стола там есть. И рисунок будем делать сейчас. Ну, перед этим я говорю, будем делить холст пополам. Я беру вот кисточку. Можно охру взять. Надо делить холст пополам. Если есть линейка, поделите. Если нет, кисточкой. Кисточкой поделите пополам. Поделили пополам, теперь берем красочки. Нам надо сейчас показать вазу. Ваза, холст делит, вертикальная линия делит пополам. Вазочку, ну, линию стола, вот как здесь стол заканчивается, я с краю от правой стороны беру, немножко наискосок идет, кривой здесь получается. 2 сантиметра давайте возьмем с левой стороны и 1,5 с правой. И попробуем соединить. Вот так, немножко, да, не ровно, вот немножко, вот так, 0,5 сантиметра есть кривизна. Далее. Через... Можно умбру взять даже для рисунка, может умбра более подходящий, смотрите, умбра. 1,5 сантиметра от этого, значит, начинается наша вазочка.
ваза заканчивается где-то 5 сантиметров ниже, надо взять от горизонта, где-то вот так. Где-то вот она так будет. Эллипс. Эллипс. Нам надо построить вот эту вазочку. Сейчас посмотрим. Ну, похож на шар. Еще ниже здесь я бы взял, еще ниже. Так, и внизу тоже неровная, вот если так взять, это эллипс, эллипс, вот так. Мы конструкцию показали вазочки, конструкцию вазы показали. Конечно, он немножко, может быть, ниже должен быть, да, ну вот так пока, пока так достаточно. Показываем форму букета, вот она так идет, ну можно чуть-чуть вот это охра. Вот вверх поднимаемся. Здесь потом пойдут вот эти. Вот эту шапку показываю, где желтые цветы заканчиваются, вот эту шапочку. Вот последний желтый вот этот цветочек, который с краю, она заканчивается на уровне в горизонтальной линии, чуть выше, может быть. Вот так. Вот такая шапочка будет. Это рисунок у нас, да, рисунок. Угу. Линию стола давайте найдем. Ну, она где-то вот так проходит. Умбра, тень от вазочки сразу. Свет падает на наш букет слева, сверху. И тень от вазы я чистой умброй вот прохожу. Чистой умброй вот так прошелся сюда. Вправо ухожу, да? Вправо. Вот пока так. Теперь беру кисточку пошире, которая фон давайте покрывать. Обращайте внимание, что фон с левой стороны темнее, с правой светлее. Но самая темная часть это ваза, тень от вазы, понятно, и вот линия стола, которая внизу. Но если не делать фон, если делать одинаковое по тону, по темноте, светло-темная, она плоско будет смотреться. Здесь, значит, с левой стороны она темненькая, справа светлая. Я сейчас покажу вам на компьютере, как это делать, и попробуем делать так. Вот это цвет, вы видите, темное пятно, она на этой стороне будет, с левой стороны будет такая темная. Теперь я показываю, какая будет на правой стороне, какая будет. Сейчас посмотрим.
Вот смотрите, вот такая разница в тоне. Представляете, вот такая разница в тоне. Итак, я оставляю сейчас, беру белила, охра, умбра жженая, коричневая, немножко краплака, капельку краплака. Краплак чуть-чуть надо совсем. Белая охра, умбра, краплак. Сложный цвет. Вот эту темноту, вот и так, левая сторона темная. Краплак, умбра, белила капельку. Умбра, краплак. Я показывал на экране темноту фона, смотрите, светотень фона. Получается, на левой стороне вот такая темнота, темная должна быть. Плавно перехожу, смотрите, плавно перехожу. На левой стороне еще темнее хочу делать. Умбра жженая индиго, то есть краплак. Продолжаем. Значит, с правой стороны светлее, значит белила больше. Белила. Кисточку не мою, не чищу. Просто белилу добавляю. Белилу охра. Белилу и охра. Белила, до линии стола, мы помним, да? До линии стола. Итак, еще белила. Немножко охра. Охра. Теперь стол давайте посмотрим и потом продолжим. Смотрите, стол. Вот этот стол, он светлее, чем вот этот фон. Он светлее. Смотрите, я сейчас покажу вам, чтобы вам видно было. Стол. Вот смотрите, фон, стол, получается, я внизу находится тон, он светлее, вот эта часть, чем вот здесь фон. Итак, я беру белого побольше, и вот здесь чуть-чуть светлее должно быть.
В волосиках кисточки есть краска уже. Вот здесь светлее. А здесь чуть-чуть темнее, почти так же, как здесь, вот почти так же. Может, капельку темнее будет, да, да. Охра. Охра. Белила. Охра, белила. Умбра жёная немножко. Вот. Разделительную линию покажу чуть-чуть умброй. Итак, здесь немножко темнее, чем здесь. Вот здесь темнее, чем здесь. Ну и передний план между ними. Между ними вот так умбра, белила и охра. Давайте сейчас посмотрим, какая темная вот эта часть. Теневая и вот этот. Разница есть. Вот эта темнота и вот здесь. Тень от вазочки и тень от стола. Сейчас надо посмотреть. Если светотень найдем правильно, картина будет объемная. Можно и без подробностей даже так особенно. Вот если правильно найти, будет, допустим, сейчас мы найдем. Так. Попробуем найти переднюю часть, самая темная часть вот этого. Вот этот цвет, вот нижняя часть стола. Беру умбра. Умбра и краплак. Вот она. И индиго немножко даже. Индиго, краплак и умбра. Вот эта темнота, ну и умбраженная, конечно, умбраженная. Немножко индиго и краплак. И покажу сейчас тень на вазочке. Самая темная часть тени на вазочке. Смотрите. Получается, что тень от вазы темнее, чем тень от стола. Вот здесь, да. Но это надо учитывать уже, когда пишем. Мы светотень смотрим. Да, и здесь цвет показывает, и свет тень. Видите, значит, тень. Наверху тень от вазы, она темнее, чем тень от стола. Вот здесь тогда немножко охра и коричневая. Чтобы светлее делать капельку. Охра и умбра. То есть так. И тень от вазы, вазочки. Тогда берем индиго, краплачок. Индиго, краплак. И постараемся вот так индиго и краплак делать темное. Темное, темное, темное. Индиго и краплак. Индиго и краплак. Немножко охра. Вот здесь чуть-чуть охра, капельку охра с белилами. Чуть-чуть светлее хочу делать. Чуть-чуть вот это светлее. Здесь темнее должно быть, да. Вытираю кисточку. Теперь нам надо посмотреть тень от вазочки. Ну, на вазочке какой цвет. Берем, значит, смотрите. Берем ультрамарин. Ваза, значит, с
левой стороны она светлая немножко должна быть. Просто ультрамарин я беру, чистый ультрамарин. Чистый ультрамарин просто. Чистый ультрамарин. Чистый ультрамарин, без ничего. Можете все покрывать. Все покрывать. Все покрываем. Просто ультрамарин берем. А теперь голубая ФЦ беру. Вот эта часть, нижняя часть, она темнее. Голубая ФЦ. Вот здесь горлышко, где горлышко и вот эта часть. Капельку, если добавить голубая ФЦ и краплак, такой глубокий цвет получится. Глубокий. Белый холст. Избавляемся от белого холста. Теперь давайте посмотрим темноту. Темноту. Ну, для такого, смотрите, беру, значит, мастихинчик, чуть-чуть здесь белила капельку ультрамаринчик. Вот здесь покажу, что она светлая чуть-чуть с этой стороны. Но это много. Белила много получилось. Давайте поменьше. Ультрамаринчик. И просто блик, просто так временно, так сказать, положим, чтобы видно было, что здесь свет, здесь тень. Почистил мастихин. Сейчас посмотрим, какая темная у нас вазочка по сравнению с тенью от вазочки. Сравним сейчас. Сравним. Попробуем сравнить. Вот это значит. Ну, давайте темную часть вазочки возьмем. А если эта часть... Ваза получается темнее, чем тень от вазочки. Видите? Ваза темнее. Самое темное пятно в картине. Это ваза. Самое темное пятно. Голубая ФЦ. Немножко краплака. Вот такими сравнениями в тоне. Тон очень важен. В цвете может быть ошибка, ничего, но в тоне, если правильная, картина уже смотрится хорошо, как черно-белая фотография. Правильно смотрится. Вот. Тон важнее цвета. Поэтому сегодня так подробнее о тоне. Итак, индиго краплачок и немножко умбраженная. Мастихинчиком тень показываю, но тень чуть-чуть светлее должен быть, чем ваза. Вот так, немножко краплачка. Белый холст остался, решил убрать чуть-чуть. С этой стороны темненько немножко.
Ну, вот здесь светлое, да, понятно. Итак, давайте еще раз. Еще раз. Фон. Вот здесь темнее, чем левая часть темнее, чем правая. Стол. Здесь правая часть светлее, чем светлая часть фона. И вот эта часть стола тоже светлее, чем здесь. Теперь тени, теневые. Тень от вазы темнее, чем тень от стола. Вот здесь, край стола. А ваза темнее, чем тень от вазочки. Вот такое сочетание. Сейчас переходим к букету. Переходим. Сейчас посмотрим темная часть зелени, вот, которая находится здесь. Вот эта темная часть, что из себя представляет по сравнению с вазой? Смотрите, темная часть между цветами, вот здесь темная часть, она такая же темная, как ваза, чуть светлее, вот чуть. Я беру вот эту тонкую кисточку, которым писали мы вазочку, смотрите, коричневый беру, там в волосиках есть краска уже, коричневый беру, там уже есть этот индиго есть, капельку зелененькая даже вот так берешь. Но в тоне она темная-темная, буквально темная очень. Вот так. Умбра. Умбра. Умбра, умбра. Так, умбра жёная. Вот так, без масла я аккуратненько. Теперь желтая и зеленая виридоновая. И охра нам нужна. Еще охра желтая или светлая. Охра с зелененьким. Чуть-чуть охра с зелененьким. Одной кисточкой, смотрите, в волосиках краска есть, все там есть. Даже масло не в... Я давлю на холст, просто давлю на холст. Желтая, зеленая, желтенькая. Так, желтенькая, умбра, ну, можно вытирать кисточку, белила, желтенькая, белила. Желтая средняя. Желтая средняя. Сейчас будем поподробнее. Пока мы покрываем холст приблизительно, вот эти цветовые пятна. Зеленая, белила и желтая. Чуть-чуть умбра, жёная, индиго и краплак. Чуть-чуть здесь темнее хочу.
индиго умбра жженая краплачок, чуть-чуть темнее, чуть-чуть. Знаете, мы большими пятнами ищем в тоне отношения, цветовые отношения, в тоновые отношения. Ну, тон важнее. Я показываю вам тоновые в основном, да, вот эти пятна. Индиго и бордовенькое. Вот пока так. Индиго и бордовенькое. Индиго бордовенькая. Вот здесь это есть. Оттуда тень падает. Передний план чуть-чуть. Я кисточкой давлю на холст. Протираю. Давлю на холст. Линию стола там, да, идет. Линию стола. Итак, еще раз, мы закрыли весь холст практически. Весь холст закрыли. Здесь белила какая-то осталась, еще убираю. Белый холст, смотрите. Мастихинчиком здесь потемнее. Итак, обобщаем. Обобщаем, перед тем, как подробно писать, вот у нас это должен быть. Значит, фон с левой стороны темнее, чем справа. Стол, светлая часть светлее, чем светлая часть фона. Тень от стола, вот где ломается, он светлее чуть-чуть, чем тень от вазочки. Сама ваза темнее, чем тень от вазочки. И вот темная часть букета, где зеленая часть, почти такая же темная, как ваза. Почти. Ну, чуть-чуть. Вот капельку, один тон, полтона светлее. Вот буквально вот и все. Вот пока вот так. Пока так. И поподробнее будем сейчас делать. Смотрите. Мы здесь потеряли линию, я сейчас восстанавливаю, смотрите. Восстанавливаю эту линию. Мастихином царапаю, ищу серединку, вот она. Ну вот я серединку показываю. Для чего? Чтобы посмотреть, где какие цветочки. Смотрите, вот эти желтые цветочки, лютики. Вот одна вот здесь, она круглая. Вот она, смотрите. Или черенком мастихина. Если у вас холст на подрамнике, так нельзя делать, да? Вот ребро, вот острой стороной нельзя. Вот тупой стороной можно поцарапать. Или черенком кисточки, вот так, смотрите. Черенком кисточки тоже можно. Вот. Вот это один лютик. Дальше. Это в углу находится она. В углу. Вот перекресток здесь и в углу. Дальше. Рядом еще один. Пересекает наш горизонтальную линию. Почти пополам его. Она выше чуть-чуть. С другой стороны. Смотрите. С другой стороны.
на уровне горизонтальной линии и сантиметр дальше от горизонта, от вертикали еще одна. Я показываю, может, цветом темным. Вот здесь еще одна. Вот. Белила и светло-желтая. Здесь еще одну, вот так, приблизительно. Вот так. Белила и светлая. Темно-желтенькая и светло-желтенькая. Дальше, где они находятся? Мы пока пятнами, потом поподробнее сейчас будем делать. Смотрите. Дальше еще одна вот находится здесь, сантиметр полтора выше. Вот, и так на уровне вот так будет. Здесь ромашечки, наверное, вот здесь ромашечки будут. Белила. Белила грязцой такой, зеленцой какой-нибудь, смотрите. Вот так, ромашечки. Зеленцой, желтизной. Показываю край. Далее. Вот здесь находится... Может, цветы чуть-чуть покрупнее надо делать, да, кстати. Ну, пускай так, пятнами пока. Вот здесь находится светлый вот этот розовый цветочек. Я смешиваю белила, краплак и фиолетовый. Вот так будет вот такой цветочек, пока вот так пятно. Дальше. Здесь, значит, от края начинается веточка, вниз уходит. Большая зеленая веточка, светлая красивая веточка. Вот уходит сюда. Выше. Выше горизонтальной линии, вот еще один лютик такой, эллипс. Эллипс желтенькая. Вот эллипс желтенькая. У меня среднего желтого сейчас не хватает, я добавлю. Да и светлого не хватает. И тут добавлю. Не хватает и светлого, и среднего. И белилу. Белилу еще. Ну, вот этот цветочек может выше чуть-чуть, еще выше я бы взял, вот капельку, вот этот эллипс. Капельку выше. И здесь будут вот эти розовенькие, да, фиолетовенькие, вот они. Ультрамарин тоже, если смешать с белилами, с этим будет те оттенки, которые нужны нам, да. Далее. Выше поднимаемся, здесь вот эти лютики на фоне, желтое яркое, вот здесь мы яркое положили, вот так. Царапаем, ищем их, да, желто-среднее, может, с оранжевеньким я вижу, капельку есть, такое желтое, зелененькое, желтенькое. Зелененькая веридоновая. У
умбраженная и бордовенькая, краплак чуть-чуть добавляем. Здесь тоже тон будем смотреть, но пока мы пропорции сейчас соблюдаем, потом в тоне решим, как правильно делать, как и все остальное. Цветовые пятна ищем сейчас, вот этот кобальт фиолетовенький ультрамаринчик с белилами, вот так, ультрамаринчик с белилами, пока так. Пятнами пока кладу, без подробностей, да, без подробностей, подробности потом. Умбра и краплак, еще раз вот здесь прохожу темноту вот эту. Умбра и краплак. Между ними вот, вот такое теплое, теплое. Вроде бы зеленое, но там и такой темный, теплый цвет. Далее. Далее, после вот этого лютика, который в серединке, сразу идет такой розовенький, приглушенный. Белила, краплак, оранжевая белила, вот так. Вот такой цвет идет. Она вверх поднимается чуть-чуть. Фиолетовая вот этого. А посередине вот эти синие цветочки. Синие цветочки. Ну, там почти красок нету у меня. Сейчас я здесь снимаю. Но это так. Итак, белила. Ультрамарин. Ультрамарин без белила попробуем. Голубая ФЦ с белилами чуть-чуть. Угу. Голубая ФЦ с белилами тоже нужно. Ультрамарина не хватает у меня. Ультрамарин добавляю. Дальше. Дальше давайте посмотрим с краю. Значит, здесь мы поцарапали. Чуть-чуть снимаем вот эту красочку, где зеленая должна быть. Где зеленая должна быть. Итак, белила желтенькая. Зеленая веридоновая. Вот этот цвет находим. Зелененькая, желтая и белила, да, вот здесь. Угу. Пока так, временно, пока так. С этой стороны нам еще белила и краплак нужен. Интересно, если через красного получить кадмий красный светлый, получить розовый оттенок. Что получится? Сейчас попробуем. Красный, крапла красный именно темный. То есть вот так через белило получить. Ну так, да, может быть более подходящий, да. Итак, переходим на правую сторону. На правую сторону переходим. Итак, здесь темный силуэт, здесь, если здесь, так как в тени, вот эта часть, смотрите, свет падает слева, освещает зеленая часть, вазочку, блик,
такие же растения, то есть лепестки здесь находятся, которые в тени полностью. Краплак, индиго и краплак индиго и немножко коричневого. Вот так смотрите, вот этот силуэт темный, темный силуэт тут. Еще одна вот уходит вниз. Зеленая веридоновая. Желтая и зеленая. Желтая и зеленая. Вот сюда уходит. Веридоновая и умбраженная. Вот серединку. И дальше двигаемся. Смотрите, чищу мастихин постоянно. Кобальт фиолетовый светлый, белила. И немножко ультрамаринчик. Может здесь вот цвету я... ультрамаринчик немножко должен быть. Угу. Дальше белила голубая ФЦ. Здесь синие вот эти цветочки. И поподробнее будем еще, пока мы ищем вот эти цветовые отношения. Дальше. Вот лютик здесь. Дальше высоко еще один должен быть. Вот, вот здесь, по-моему. Да, вот здесь. И еще вот здесь. Желтое среднее. С оранжевеньким. Дальше. Желтые лютики, значит, вот это есть, вот здесь есть у нас, так, и наверху оранжевая и желтая, вот здесь есть еще, видим, белила и красная, где ромашечки, здесь раз цветочек, два розовые и три, да, должны быть. Угу. С другой стороны тоже надо посмотреть, где они. С другой стороны, вот эти красные цветы, нежно-красные, они выше, чем с левой и правой стороны. Они выше, они где-то вот тут находятся. Белила, после синих цветочков, белила и капельку желтенького, белила и капельку светлого желтого. Такой цвет здесь интересный. Белила и капельку желтого. Белила. Белила и желтая. Ну, так как мы отметили здесь, смотрите, фон надо сейчас порядок навести с фоном, да? Порядок навести. Понятно, что здесь ультрамарин с белилами, потом мы покажем вот эти цветы. Дальше идет, похоже на колокольчиков здесь. Угу. Здесь белила с желтеньким будет. Смотрите приложение «Копирка», которое может идеально перевести изображение в нужный нам размер. Посмотрите, прозрачный экран, и с помощью ползунка я делаю изображение
которую мне нужно нарисовать. Мы взяли портрет, и прямо через экран я вижу свой карандаш и контуры изображения. Переношу их так, как мне нужно. Также, если мне нужно прописать детали очень мелкие, то я просто увеличиваю экранчик, и детали становятся видны. Можно каждую мелочь прорисовать, установив телефон на какой-то предмет. Сейчас в данный момент он стоит на стаканчике. Вот, получается такое вот прямо переведенное через наше приложение. Сейчас мы взяли холст. Холст большой, 40 на 50. И решили перевести пейзаж. Прямо смотря в монитор, видим, как карандаш описывает нужные нам контуры и переводит. То есть мы выстраиваем так, ставим телефон на таком расстоянии, какой нам нужен холст. То есть мы любой размер, максимальный размер удобный 60 на 90. Минимальный – это спичечный коробок. Любой человек, ребенок, взрослый может перевести изображение с помощью данного приложения. Поэтому переходите по ссылке под видео, там вы увидите ссылочку на приложение. Также вы можете в вашем системе Apple Store или Google Play набрать слово «копирка» и выйдите на это приложение. Данное приложение будет хорошим помощником как для начинающих художников, так и для профессионалов для перенесения контуров изображения на холст. Так что дерзайте, используйте и делитесь приложением со своими знакомыми. Удачи вам, да пребудет с вами вдохновение. И так далее, и так далее. Ну, перед этим, да, нам надо сейчас все. Можно лучше, конечно, перерыв сейчас сделать. И краска немножко высохнет, капельку, да? И мы отдохнем. И потом продолжим, хорошо? Вот так можем делать чуть-чуть перерывчик, потом продолжим. Можем продолжить. Сейчас цветочки поподробнее будем писать. Вот возьмем, например, вот этот большой цветочек. Белила и желтая светлая. 5 лепестков тут. Раз. Два. Ну, больше краски берете и кладете. Вот так. 3, 4 и 5. Серединка там. Что там? Умбра жженая. Немножко, может, оранжевенькая. Вот так. Вот так можно добавить. Фон уточнить здесь. Фон темненький. Рядом вот этот цветочек надо сейчас посмотреть. Желтая светлая освещенная часть. В тени, смотрите, ну, охра зелененькая, темно-желтенькая. В тени как-то надо показать темноту. Немножко даже оранжевенькая, желтенькая. Край границы лютика, вот так, черненький фон показать обязательно. Умбра жженая оранжевенькая. Я сейчас попробую показать. Если, например, не писать этот тень, не показать и свет не показать, то есть одним вот показать, вот просто одним цветом берете, одним тоном и пишете вот этот цветочек, она будет плоская. Я сейчас покажу вам. Вот смотрите, вот светлая часть, нижние кубики, видите, в тоне, она светлее, вот светлая часть лютика светлее,
А в тени она вот такая разница идет между ними. Смотри. А верхний кубик показывает верхний зеленцой, зеленцой с охрой, вот эта часть. И поэтому и объем появляется. И то же самое вот здесь, смотрите. Белило желтеньким добавляем светлую часть. В тени, значит, охра, что там, зеленцой, желтое, темное, и показать в тени. В тени показать это дело. Лютики. В тени. И серединку. Немножко оранжевенького умбра. Свет-тень, да. Если очень темно, чуть-чуть добавить. Я бы показал образец. На экране вы видите. И так каждый цветочек надо посмотреть. Они не могут быть одинаковые по тону, по светостою, по свету, по тону, да, по тону правильно сказать, да. По цвет, цвет это другое, да. И по цвету они другие, и по темноте, или по тону другие. Поэтому обязательно соблюдайте тон, и будет объем, да. И теперь каждый цветочек отдельно мы смотрим. Свет-тень. И так далее. Пока еще оставляю вот это, смотрите. Верхние цветочки оранжево-желтое добавляем. Оранжевенько-желтенького добавляем. Оранжевенького-желтенького. Светлая часть, значит, желтая светлая с белилами. Вот. И над фоном нам надо трудиться еще кисточкой вот так пройтись, посмотреть, где темное надо добавить, индиго с бели с краплаком, вот здесь может чуть-чуть здесь добавить, убрать те линии, которые помогали нам, вот здесь чуть-чуть фиолетовое белило и ультрамаринчик здесь холодненького добавить. Тон понятно, тон он темнее, чем стол должен быть. А так немножко фиолетовенькое. И здесь посмотреть, погладить. Может кисточкой энергично пройтись. И так далее. И дальше уходим. Каждый цветочек, сейчас каждый лепесточек надо писать. Вот такая подробная работа. Желтый. Давайте белилу возьмем. Белила немножко охра. Зеленца, вот такая грязная белила должна быть у нас для ромашек. Ромашки на, давайте фон еще раз. Зеленая и виридоновая зеленая, индиго и умбра. Чуть-чуть здесь темненькое покажем чуть-чуть. И сверху ромашечки, смотрите, не белилами, а грязным, каким охра, зеленцой. Показываем вот эти лепестки. Внизу вообще она в тени находится, смотрите, еще темнее вот эта ромашечка. Зеленая, белила, охра. Еще одна с краю. Она посветлее. И белилу берете, чисто белила. Может пару мазков надо. Белила с желтеньким, зелененьким. Серединки. Не надо желтеньким. Зеленая, коричневая. Желтая, оранжевая. Здесь лютик один. Желтая, оранжевая. Темная, светлая, то есть средняя желтая. Средняя желтая. Ну и серединку показать. Вот так смотрите. Ну и фон рядом с ним, вот эту темноту показать. Вот здесь да, индивидуально каждый. И так. Свет-тень. Обязательно это надо показать. Желтое белило с охрой, зеленцой.
Вот здесь ромашечка еще одна есть. Сначала темненьким, потом чисто белого берем. Чистого белого берем. Зеленая веридоновая. Вот хвостик. Хвостики. Вот так хвостик показываем здесь. Зеленая, желтая. Желтая, зеленая. С белилами чуть-чуть. Показываем траву или зеленая часть лепестков. Зеленая часть показываем зеленую. Белила. Белила. Ну так она подробно, надо его писать. Подробно, подробно. Она подробная работа. Дальше идем. Красная и белила. Сейчас пока будем писать вот эти розовые цветочки, вот, которые... Вот этот, например. Здесь тоже свет-тень. Свет-тень есть. Поэтому я сейчас хочу показать. Еще раз давайте посмотрим, если это не ошибка. Вот это темная часть этого цветка яркого, а это у нас будет, сейчас будет покажу светлую часть. Смотрите, такая разница. Я беру красного, чуть-чуть белого. Краплак с белилами, может быть, даже ближе будет. Краплак с белилами. Краплак с белилами, может, более ближе будет. Немножко даже вот это фиолетового показал бы еще. Фиолетового. Раз, два, три. Светлая часть, белила побольше просто. Светлая часть, белила побольше. Ну, в серединке может фиолетовенького и краплачка вот так показать. Пожалуйста. Такой тоже должен быть свет-тень, иначе будет плоско смотреться. Рядом с ним понятно, что есть зеленая веридоновая, желтенькая охра. Вот не знаю, вот здесь вот идет вот эти лепестки. Веточки идут чуть-чуть, появляются, исчезают вот эти веточки. И дальше смотрим. Вот эти цветочки розовенькие продолжаем. Значит, краплак, чуть-чуть белила.
и немножко фиолетового светлого. Так, раз. Темные места. Белила фиолетовая. И белила фиолетовая. Давайте светлые места даже вот таким цветом. И немножко даже красного я добавляю. Белила и красная. Белила и красная. В серединке, вот, значит, краплачок, может хвостики показать краплачком, вот такие темненькие хвостики. Кстати, индиго и краплак, здесь такие-то треугольнички, цветочки есть, темные, просто буквально. Треугольнички такие и краплачок снизу буквально. Вот здесь я вижу его. Индиго. Индиго и краплачок. Вот по бокам. Здесь это темное. Краплачок. Постепенно добавляем подробности. Только таким образом. Ультрамарин с белилами. Здесь после этих розовых цветков вот колокольчики какие-то. Похожи на колокольчиков. Вот так идет. Белила. Немножко фиолетовенькая. Ультрамарин. Вот эти колокольчики фиолетовенькие. Добавляем. Белила не хватает, я добавляю белого. Вот такие подробности стараемся. Вот здесь, значит, белила, ультрамаринчик. Белила и ультрамаринчик, немножко фиолетовенького, вот этого кобальта. Где-то белого вот. Мерцает фиолетовенький, беленький. Вот так. Чуть-чуть добавляете вот так. С этой стороны тоже. Вот здесь есть вот такие фиолетовенькие ультрамарин цветочки есть. Вот здесь я вижу. Даже голубая фация темная. Вот здесь тоже темная, светлая. Без них никак. Голубая фация и темная показываете вот эти цветочки мелкие. Даже немножко кобальт добавляю. Кобальт фиолетовый добавляю. Кобальт фиолетовый добавляю. Даже в чистом виде можно. В чистом виде где-то
не везде выборочно. Смотрите, где это возможно. Белила, кобальт. Белила и кобальт. Немножко ультрамаринчик. Ультрамаринчик. Вот здесь еще один лютик, темно-желтая, немножко оранжевенькая капельку. Светло-желтая с белилами. Светло-желтая с белилами. Серединку показываем. Фон. Умбраженная немножко краплачка и индиго даже тут есть. Чуть-чуть потемнее, чуть-чуть краплак индиго. Потемнее немножко краплак индиго. Краплак и индиго. Краплак и индиго. Умбраженная, индиго, охра, немножко охра, слишком бордовая получилась, чуть-чуть убираю, умбраженная, видите, как мастихины можно вот так погладить, посмотреть, приближаться. С этой стороны чуть-чуть цвет добавить. Немножко отсюда, да? Отсюда сюда цвет. Не темноту, а цвет именно. Цвет добавим, оттенки добавляем. Вот здесь отсюда беру. Здесь есть немножко, есть. Ультрамаринчик. Даже чуть-чуть. Это много. Умбра. Розовенькая капельку. Белила. Фиолетовенький. Охра. Теперь вниз. Ультрамаринчик. Вот эта часть, значит, еще раз. Белила, охра. Она здесь светлее должна быть, чем здесь. Аккуратненько смешиваем. Здесь охра. Что-нибудь из этого, смотрите, умбраженная, белила, даже зеленца есть здесь, смотрите, зеленца тут есть. Видите, как мастихином я давлю на холст, даже здесь холодный ультрамаринчик есть, даже холодные оттенки есть. Фиолетовенькая, кобальт фиолетовый, умбраженная,
немножко краплочка, чуть-чуть. Брожёная охра, белила, умбражёная с краю потемнее, бордовеньким чуть-чуть, умбражёная индиго, индиго. Белила, охра, ну то, что здесь есть, смотрите, вот такое зеленцо, грязное белило нам нужно, вот грязное белило, край стола вот так чуть-чуть показать, край стола показать, потом вот так приближаем, чуть-чуть индиго и краплачка, чуть-чуть темнее, вот посерединке здесь, по краям нет, вот так, чуть-чуть. Белила и охра с желтеньким чуть-чуть, посветлее тут уже, посветлее. Посветлее, вот оттенки добавляем, а по тону она здесь, конечно, светлее должна быть, чем вот здесь. Здесь должна быть чуть-чуть светлее, чем здесь. Здесь то же самое, светлее. Вот здесь просто плавнее вот этот тень на дальнем плане, вот здесь стол отделяется от стены, нам надо вот это чуть-чуть показать, вот эту черточку, линию, да, линию, или правильно сказать, умбражённая краплак, умбражённая краплак. Умбражённая краплак. Охра, охра розовая, фиолетовая, ультрамаринчик чуть-чуть, ультрамаринчик чуть-чуть. Индиго краплак, тень, темная должна быть, индиго и краплак, тень. Салфетки закончились. Индиго и зелененькая. Смотрите, вот так. Теперь индиго и зелененькая. Или умбра и зелененькая. По-разному, да, где-то темнее. Показать веточки зелененькие. Вот эти темные места. У них тоже темные, светлые есть. Не полностью светлые. Желто-зеленая, умбра. Таким образом можем показать желтая, зеленая, умбра.
Зеленая. Зеленая и умбра. Вот ребром мастихина. Смотрите, они уже макнули масло. Можете показать вот эти веточки. Чуть-чуть светлее здесь, может быть, надо. То есть белила с желтеньким. Зеленая охра. Здесь висят. Можно это все, это, конечно, делать кисточкой тоже. Желтая средняя. Желтая средняя. Лепестки упали с оранжевеньким. С оранжевеньким упали. Ультрамарин с фиолетовым, с белилами. Здесь тоже пару лепестков упали. Ну и белила, понятно, что белила тут есть. Угу. Здесь, смотрите, что можно. Теневые показать. Нам надо кисточка тонкая. Например, синтетика. Вот такая какая-нибудь, смотрите. Остренькая нужна нам, острая синтетика нужна. Найдем сейчас эту синтетику. Вот такую тонкую синтетику. Масло. Ну, индиго с краплаком. Индиго с краплаком. Вот такая черная-черная должна быть. И рядом... снизу и с левой, правой стороны показываем теневые вот этих лепестков. Смотрите, чуть-чуть. Итак, бордовенькая краплак и немножко индиго. Капельку мы можем показать. То же самое с другой стороны. Дно кувшина тоже показываем. Теневая тоже показываем. Краплачок с индигой. Вот так она идет. Показываем более четко. Шитину берем. Умбра, охра, белила. Вот так стол. Нам стол надо. Пожирнее здесь чуть-чуть. Фиолетовая и белила, то есть ультрамаринчик белила, вот здесь показываем. Кисточкой широкой можем пройтись, можем мастихином это делать. Смотрите. Или кисточкой, или мастихином вот так погладить. Посмотреть, все где. Может быть, и мастихином, раз мы все мастихином делаем. Тонкая кисточка, вот эта тонкая, вот эти линии, веточки можем провести. У нас есть белила и... желто-зеленая красочка, которую вот тонкой кисточкой можем вот эти цветочки показать. Растительность, как она идет туда.
Зеленая, желтая. Зеленая, желтая. Белила, белила. Белила, неправильно сказал. Белила, белила нужно. Белила. Здесь желто-зеленая. Желто-зеленые цветочки здесь. Можно мастихином, смотрите, виридоновая. Как уходит виридоновая. И мастихином давайте. Белила и желтая, как она идет здесь. Охра. Зелененькая, да? Ищем вот эти сочетания. Ультрамаринчик. Фиолетовое белило и ультрамарин. Вот здесь цветочки есть. Фиолетовый кобальт. Светлый, просто в чистом виде можно положить. В чистом виде. Где-то акценты, да? В чистом виде. Ультрамаринчик. Ультрамаринчик с белилами. Колокольчики. Вот здесь этот цветочек, смотрите. Ультрамаринчик. Очень много подробностей. Вот очень много подробностей. Светлая. Ну, такой светло-фиолетовые цветочки. Голубая ФЦ с белилами. Другой оттенок. Голубая ФЦ с белилами. Конечно, здесь ребром мастихина показываем вот эти так. Немножко белого и ультрамарина показываем горлышко нашего кувшинчика. Горлышко кувшинчика. Индиго в чистом виде можно темная часть еще раз подчеркнуть, вот здесь, где трава. Значит, белила. Белила не хватает. Белила. И положили вот такой мазочек. Теперь вот здесь надо посмотреть, смотрите. Здесь краплаки индиго, вот она идет вниз, вот это дело, трава, то есть это лепесточек краплак. Краплачок. Тонкую кисточку вот эту берем, умбраженая и масло. Угу. Зеленая и охра. Вот здесь вот эти лютики, которые в тени, их не видно практически. Ну как, их видно только с обратной стороной. И как-то вот так они в тени, так сказать. Вот их можно показать. Теперь поподробнее у белила и ультрамарин.
Вот поподробнее пишем вот эти цветочки. Белила ультрамарин, голубая ФЦ в чистом виде. В чистом виде она должна быть и темная где-то. Белила, чуть-чуть светлого, серединки, ну такие, да, может, фиолетовенькие, вот так добавляю, да, белила и красная, белила и красная. Индиго, вот так, пару черных вот этих мазков. Она все равно смешивается. Темноту добавить бы нам. Индиго с краплачком, вот так, пару мазков. Индиго с краплачком. Теперь вот здесь мы добавили белила. Чуть-чуть убираем. Ультрамаринчик с этим фиолетовеньким. Так, ультрамаринчик. Здесь отражение немножко есть. Краплачок с белилами. Вот такое отражение есть на вазочке. Чуть-чуть, еле-еле заметно. Ну, от букета, скорее всего, сверху вот такое отражение есть. Здесь есть еще белила и желтенькая, вот такой, ну, сейчас, пока отражение ждем, белилу беру и показываем блики. Вот блики у нас есть, раз блик и второй, а не притык. Так, ровнее. Вот так делать еще раз. Чуть-чуть светлее. Ну, такие подробности, да. Сверху висит веточка, смотрите, белила и желтенькая. Вот она вот так идет. И зеленая виридоновая и охра. Может, желтенькую капельку где-то. Ну, в целом она в тени. Вот эти лепестки, они еле-еле заметны. Может, один лепесточек вот так светленький и все. Остальное не видно. Вот так. Ну, вот здесь чуть-чуть зеленцой добавить. Белила. Белила. Ромашечки. Пару чистых мазков. Ромашечка, пару чистого, здесь
Итак, продолжаем, смотрим. Чуть-чуть белила и ультрамаринчик. С ультрамаринчики белила с левой стороны край должен быть светлее основания, капельку, чуть-чуть совсем. Угу. Немножечко. Но вниз темнее, понятно, линия идет такая. Так, давайте посмотрим в рамочке. И рамочка может что-то будет диктовать нас. Я думаю, вот эта рама подойдет очень. Сейчас посмотрим. Приблизительно. Можем поцарапать подпись. Можно по-другому подписаться в цвете красками, конечно. Смотрим еще раз, обобщаем, смотрим, что здесь, например, здесь белое чисто не нравится. Мне я бы чуть-чуть зеленцой, вот грязно-зеленый с умбраженной. Вот. Помните, да? Свет-тень, да? Вот этот момент. Итак, ну, можем сказать, что завершили работу. Вот еще раз, если вспомнить, что мы делали. Фон неоднообразно по тону. Значит, левой стороны темнее, справа светлее. Стол, светлая часть светлее, чем светлая часть фона. Запомните, да? Тень от вазочки темнее, чем тень от краю от стола. Немножко. А ваза немножко темнее, чем вот здесь. Тень. Но они почти одинаковые. Но ваза темнее, чем тень от вазочки. А между цветами темная, вот эта темная, почти как ваза. Ну, почти. Ну, может, полтона светлее. Но почти как одинаковые. И цветочки, лютики и другие цветочки тоже, они отличаются по тону. В тени они темнее, в свету светлее. Вот эти моменты обязательно надо соблюдать, если хотим, чтобы работа была объемная. Если хотим, чтобы работа была объемная, надо тень, свет всегда соблюдать. Итак, работа завершена. С вами была Школа Креатива. Преподаватель Нерсе Серетян. До новых встреч!